Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Я сейчас хочу вам показать, ну, во-первых, начинаю новый влог, да, а во-вторых, хочу показать. В общем, мне одна девушка задала вопрос, я прочитала ее комментарий, но потеряла, в общем, не ответила сразу и потеряла комментарий, но комментарий я помню, к сожалению, ник девушки я вам не помню, вам огромный привет, но извиняюсь, что я сразу не ответила на комментарий. Она меня спрашивала, ну, во-первых, постоянно меня спрашивают по поводу помады. Я ее сегодня покажу вам еще раз. Это все та же. Вот. А во-вторых, она меня просила, вообще спрашивала про косметику, обзор косметики. Но я покажу не все, что у меня есть, а то, чем я пользуюсь сейчас на постоянной основе. Не знаю, влюбилась во все эти продукты и пользуюсь. Единственное, что нужно мне приобрести тональную основу новую. Вот, давайте вам покажу. Итак, вот такой вот у меня сейчас арсенал. Давайте начнем с тональной основы. Я сейчас использую две тональные основы одновременно, потому что вообще мне нужно купить, потому что это очень темное, это очень светлое сейчас для моей кожи. Мне нужно купить другую тональную основу. В общем, мне нравится и это, и это. Это вот Dior Forever. Она очень хорошо, вот этот оттенок, который у меня здесь есть, здесь у меня... Какой-то оттенок. Вот, 0,21 хорошо подходит мне под загорелую кожу, но сейчас кожа уже более бледная стала, поэтому он слишком темный. И вот этот Lancome Tint Idol Ultra Wear, да, вот такой, где вообще оттенок? Здесь вот оттенок 0,10, но он слишком светлый. Мне нравится и та тональная основа, у меня кожа сухая. Они не дают блеска. Хорошо очень подходит и та тональная основа мне на осень и на лето. Сейчас мне хочется что-то побольше увлажнения, скажем так. Поэтому я хочу, в общем, другую. Я хочу от Guerlain попробовать тональную основу. Но вот эти обе классные. В общем, я их сейчас смешиваю и наношу. Получается, на мой взгляд, отлично. Так, это тональная основа. Дальше румяна. У меня сейчас вот такие от Lancome в оттенке... Я не мыла все эти свои коробочки. В общем, показываю, как есть. Не знаю, здесь нет оттенка. Или он был, наверное, но стерся. В общем, вот такие они у меня уже тоже подзаканчиваются. От Lancome, кстати, прикольные. Вообще, мне нравятся продукты от Lancome. Вот так вот выглядят румяшки. Такие они, ну, розовато-красноватые. Такие очень, ну, натуральный румянец получается. Очень прикольные. Вот, это румяна. Дальше бронзер. У меня вот этот терракота от Guerlain в оттенке Light. Очень мне нравится. Тоже вот на светленькую кожу. Хорошо, кстати, он очень, ну, придает так оттенок такой хороший. Имеет, видите, она у меня в таком виде. Ну, показываю, как есть, потому что пользуюсь каждый день. Очень нравится тоже. Так, это здесь. Дальше, что у нас? Давайте, не первая моя баночка, да, не первый мой продукт. Это вот этот вот хайлайтер от Dior в 0,2 оттенке. И это мой второй такой хайлайтер. Очень он мне нравится. Ну, тоже потом, наверное, какой-нибудь другой закажу. Видите, у меня уже тут заканчивается он, можно сказать. Но прикольно, очень нравится. Такое естественное свечение дает. Классный продукт. Пудра. Вместо пудры у меня шарики от Guerlain. Вот такие. Это была лимитка. В общем, сейчас я ей пользуюсь вовсю. У меня была классическая версия метеоритов. У меня есть и компактная версия метеоритов. Они мне, кстати, очень нравятся. Вот такие вот. Сейчас покажу, сколько у меня там осталось. Вот. Но еще пользоваться и пользоваться надолго хватит. Но я в основном им пользуюсь зимой, потому что они такие светленькие. Вот, ну, зимой, весной, вот они мне вообще хорошо идут. Классно, я очень люблю вот этот аромат метеоритов, очень классный. Так, дальше давайте брови. Брови у меня два продукта. Это тени, я заполняю ими брови. Вот такие вот сейчас более таким светленьким вот этим оттенком. Анастасия Беверли Хиллз. У меня самые темные браун. Самый темный оттенок. Заказывала на iHerb, кстати, они мне очень нравятся, прикольные. И вот этот вот карандашик сейчас использую от Faberlic. Вот у него артикул 5785. Самый темный оттенок я взяла. Очень, кстати, нравится. Очень достойный карандаш. Вообще вот прям очень нравится. Это у меня кисточка Sigma. Тоже заказывала на iHerb. Использую вот для
нанесение вот этих теней. Очень мне нравится вот это вот все. Вот, вообще эти продукты все мне нравятся. Так, тени. Naked третья палетка. Моя самая любимая палетка из всех. Постоянно пользуюсь. Как вы видите, вот этого первого оттенка у меня нет. Здесь вот у меня спрашивали, что за розовый оттенок теней у меня. Это вот этот. Я его на все подвижное веко наношу. Вот этот вот складочку у меня идет. Ну и добавляю тут какие-нибудь по настроению. Здесь более блестящий и более какой-нибудь темненький. Иногда могу потемнее на все подвижное веко вот какой-то из этих двух взять. Ну, в общем, все по настроению. Но пользуюсь сейчас только вот этими тенями. Они мне очень нравятся. Ну, добью палетку. Ее уже повторять не буду. Не знаю, есть она сейчас вообще в продаже или нет, но какую-нибудь другую в подобных оттенках. Очень они мне нравятся. Прям люблю их. Видите, у меня все вообще стерлось. Вот, и, кстати, наношу все вот это вот родной кисточкой. Она мне очень нравится. Палетка закончится, кисточку я обязательно оставлю. Но добью палетку 100%. Потому что она мне очень нравится. Naked 3. Так, дальше. Вот такой вот у меня карандашик черный. Его использую для межреснички. Это пупа в 0,1 оттенке. Очень мне нравится, но все равно он размазывается. Здесь она дает такой угольно-черный цвет. Вот мне это нравится. Но размазывается. Не знаю, у меня еще от Faberlic есть карандашка, но я им еще пока не пользовалась. Тушь. Постоянно тоже меня спрашивают. Вот меня про что постоянно спрашивают. Тушь и помады. Тушь – это Faberlic. Вот такая вот. Очень мне понравилась. Больше, чем все предыдущие. Я вот сейчас, мне должен прийти заказ от Faberlic. Я заказала ее вновь. Очень классная. У нее единственное, что большая. Вот такая вот большая пушистая щеточка, но она очень хорошо прочесывает реснички. Делает реснички и пушистые, и длинные, и объемные. Артикул 58-69. В общем, теперь она моя любимка. И помады. Вот, помада контур я делаю вот этой помадой 842 матовая. Она сушит губы. Поэтому она у меня идет только на контур. И сверху вот такой блеск. Еще у меня точно такой же есть, только с блестками. Я его тоже в каком-то из видео показывала. 103 номер. Заполняю всю оставшуюся, ну, всю оставшуюся часть губ. Вот. Блеск уходит, и остается вот такой вот светленький цвет на губах. И получается, все это вместе вот перемешивается. И губы не сушит, и держится хорошо. И оттенок прикольный. Вот, мне еще много всяких оттенков девочки советовали, точнее, марок других для помад с подобными оттенками, но я пока ничего не приобрела. Вот вся моя косметика, которую я сейчас использую. Вот такой вот макияж. Румяшки такие хорошие, брови. Ну, в общем, мне нравится, по крайней мере. Все продукты очень нравятся, всеми продуктами с огромным удовольствием пользуюсь. Так что вот так вот. Вот, еще вам хочу показать, пришел мне заказ с iHerb, заказываю там. Шел заказ, кстати, в этот раз быстро, где-то за полторы недели ко мне дошел. Обычно недели 2-3, а тут полторы недели всего он пришел, так что это супер. Вот, сейчас покажу, там тоже у меня в iHerb все мои любимые продукты. Съездила я, забрала сыночка со школы и попутно встретила курьера, он мне привез мой заказ в Faberlic. Неожиданно, кстати, должен был завтра привезти, привезли сегодня, так что вообще супер, в общем, я его по дороге, можно так сказать, мы с ним встретились. Мне сейчас привозит Почта России, в общем, машина Почта России, курьер, не помню, как эта служба называется, как-то ЕМС, Почта ЕМС России, что-то такое как-то она, в общем, наверное, вы все знаете, короче, вот, смотрите, как все запаковано, тут чек лежит у меня. Вот, и давайте начнем с самого главного в моем заказе. Я снова заказала сковородки. Мне они очень нравятся. Сейчас я распечатаю. Вот такую сковородку, диаметр 24. Я ее меняю второй раз, получается. Вот первый раз, когда они только появились, я заказала. У меня и большая сковородка 28-24, и совсем маленькая еще у них есть. Тоже я, наверное, в следующий каталог совсем маленькую закажу. Значит, сковородки очень хорошие, добротные. Не вздувается вот это вот дно, да. К ним есть крышки такие универсальные, но у меня крышек дома очень много, поэтому я крышки не покупала. Ну, у меня всякие разные от кастрюли, я использую много от кого. Вот, я скажу сразу, что если эту сковородку сразу отмывать, то есть вы приготовили, сковородка остыла, и вы сразу вымыли, начистили ее хорошенечко,
то тогда она прослужит еще дольше. То есть мне служит она больше, чем полтора года, даже почти два, наверное, служит. Единственное, что я грешу тем, что я не сразу ее начищаю. Я вот так вот скажу. Потому что бывает вот, ну, я готовлю, наготовила, и не помыла, просто поставила, поскакала, забрала детей, приехала быстренько, ну, помыла, не почистила и убрала. Вот у меня такое есть. Если намывать сразу, то она вообще очень долго прослужит. Не, вот здесь вот не скалывается. Единственное, что, ну, из-за того, что я не сразу намываю, здесь образуется вот это вот нагар, и потом начинает прилипать из-за того, что образовался нагар. Вот это вот все дело не царапается. Оно такое как бы пористое, очень классное. Сковородка мне очень нравится. Вот я на замену себе взяла еще одну. Ну, то есть на замену вот этой 24 сантиметра диаметра взяла. В общем, удобненько. И бортики удобно, удобно лопаточка, если что, что-то переворачивать. Так, давайте дальше в заказе. Я еще взяла из этой же серии кастрюлю. Взяла небольшую. Мне тоже кто-то, кто заказывает Faberlic, советовали, говорили, что у Наташи у Faberlic тоже хорошие вот эти вот кастрюльки. В общем, я взяла ту, которая диаметр 20, маленькую. Мне такой не хватает. Я распаковала кастрюльку, и она, смотрите, в упаковке вот с такими штучками идет. Это чтобы крышка лежала вот так, чтобы все это не билось. Тут у меня кот... Пакеты. Потребовал, чтобы я ему дала пакеты. Вот. В общем, здесь вот такие были штучки, чтобы крышка не побилась, ничего с ней не случилось при транспортировке. Прикольно, на самом деле. Вот. В общем, вот такая вот небольшая кастрюлька. Она, я вот тут посмотрела, она идет на 2,4 литра. Вот, на 4. Есть еще кастрюля на 4 литра. Получается, сотейник на 1,2 литра. И этот, вот такая глубокая сковородка. Ну, такая глубокая сковородка мне не надо, наверное. Ну, по крайней мере, пока я думаю, что не надо. Может, если понравится, я еще, наверное, на 4 литра возьму. Хотя 4, наверное, многовато мне будет. Ну, не знаю. Не знаю. 4 литра. Летом мне хорошо на 4 литра, когда у меня, знаете, племянник приезжает. Там, в общем, куча народу у меня тусуется. И мне как раз большая кастрюля суп сварить на пару дней, когда много мужчин в доме. Представляете, да, у меня своих два сына, муж, еще племянник, еще свекра, если приедет, так это вообще киши караул. Вот. Поэтому мне как раз большую вот такой вот. И вот такая идет крышка вот здесь вот. Кстати, вот эти вот ручки не обгорают у сковородок. Вот эти вот. У меня газовая плита, и вот это все не обгорает. То есть нет, знаете, бывают такие... Ну, в основном это недорогие посуды для приготовления, у которой вот такие ручки, ну, как бы такие, как прорезиненные, да, и ставишь на огонь, огонь сюда попадает, если, то все, ручка начинает плавиться и воняет. Вот у Faberlic нету вот у сковородок такого, вот, но у кастрюльки тоже, я думаю, не будет, потому что похоже очень вот этот вот. В общем, довольна, как я не знаю кто, обожаю посуду. Последнее время это моя любовь, хотя... Что-то я в январе еще ничего особого не покупала, в общем. Так, и еще я, конечно, заказала немножко бытовой химии. Во-первых, гели для душа. Кто-то мне писал, что гели для душа сушат кожу. У меня кожа сухая, не сушит. Муж тоже ни разу не пожаловался. Наоборот, им очень нравится. Они мне даже иногда говорят: Наташа, будешь заказывать свой Faberlic? Пожалуйста, закажи нам гели для душа. Очень нравится. Вот эти вот нравятся мальчишкам. Они прикольно пахнут ананасиком и кокосиком. Очень вкусно. Вот. Ну, здесь такой лимонный аромат. А вот таким обычно я себе беру. Очень хорошо пенится. Надолго их хватает. И, ну, я не знаю, у меня нет никаких нареканий к ним вообще. Средства для мытья посуды. Там была акция 2 по какой-то цене, не помню по какой, честно говоря. Вот, и я решила взять один, получается, у меня вот такой свежесть лайма. Вот, и второй это лимон и мята. Тоже вот эти средства, я им и столешницу могу помыть спокойно. Вот, если она не сильно грязная, в общем, все тоже мою этим средством, так что мне нравится. Вот, и тушь, вот, которую я вам сегодня показывала с утра. Давайте я ее сейчас открою. Вот она. Вот еще одну я заказала, потому что понравилась мне очень.
Я ее в прошлом каталоге брала по акции. В этом каталоге она уже по полной цене. 300 с чем-то рублей стоит. Но 300 с чем-то рублей за такую тушь, это считайте даром. Очень классная тушь. Заказывайте Фаберлик. Всем советую. Артикул у нее... Ну, я артикулы вам еще, конечно же, все пропишу. Но вот еще раз повторюсь. 58-69 у нее артикул. Очень классная. Мне очень понравилось. Так что... Это он, знаете, где шарик нашел? Мы уже все елочные игрушки убрали, а он шарик нашел под диваном. Хотя диван тоже отодвигали, но один закатался шарик. Теперь катает. В общем, сейчас отниму. Отниму сейчас Леопан. Вот. Ну и каталог. К 23 февраля, наверное, да? Да, к Дню защитника Отечества и к 8 марта. Новые какие-то ароматы. Слушайте, новые ароматы надо попробовать. Вот. Обязательно, может, тут есть, потереть страничку. Попробую новинку со скидкой. Смотрите, ноты. Что это? Гранат. Дамаска роза, гранат и беновое дерево. Древесно-ориентальный. Слушайте, надо мне на самом деле такой попробовать заказать. Потому что я люблю такой, видите, типа а-ля Восток. Ну вот, в общем, новый каталог. Вот, артикулы я вам все оставлю внизу под видео, вот, но, в общем, буду тестировать вот эту кастрюлечку маленькую, ну, мне как раз что-то там, пюрешечку сделать, знаете, такое вот, даже немножко супчика, если сварить, на будний день у меня обедает же только, ну, муж иногда приезжает обедать, но он не всегда первое блюдо ест, вот, а так у меня в основном обедает только старший сын, ну, я вместе с ним, вот, так что вот такие покупочки, но сковородки очень советую, вот это буду пробовать, конечно. Вышли с девчонками погулять. Давно я наши прогулки просто по поселку не снимала. Пошли, Бона. Идешь? Давай. У нас мокрый снег. Дождь с мелкой. Противный такой. Прямо в лицо снег. Ужасно. Далё. Да. Ужас. Мелкие штуки. Где? Раз, два, там. В общем, шли прогуляться, потом младшенького заберем в садик. В общем, целый день с Лёвой такой знаем, что шляться туда-сюда, то с мамой в магазин, то еще что-нибудь. Таскай бедолагу своего, да? Это помыло. Помыло? Да. Вот. И снова у нас снег. Только уже мокрый. Потому что на улице 0 градусов. 0, да? Дин пишет. Пишет, что плюс 1. Ужасно. Тут снег не тает, кажется. Ну, потому что его столько навалило, что он не может никак растаять у нас. Вообще погода дурацкая, на самом деле. Не люблю такую погоду, когда плюс, и при этом идет непонятный снег. Непонятно какой. Даже если вот так вот делать... Боня, отставай. Сейчас пришли, я думаю, что-то я забыла. Я же вам сказала, сейчас покажу вам заказ iHerb. И уехала такая уж. Потом ушла, Фаберлик показала, все показала, а заказ iHerb не показала. Вот, а у меня здесь коробка стоит. В общем, заказала я снова вот эти витамины детские от марки Solgar. Очень они нравятся. Я им даю, получается... вот эти витамины, это большая самая у меня упаковка, по 4 штуки, по 4 штучки, да, даю, значит, осенью и весной, вот сейчас, в феврале, как раз буду давать вот эти вот витаминчики. Очень они, ну вот, я вижу по детям, они и засыпают лучше, и встают по утрам лучше, и как бы нет, знаете, вот такой усталости какой-то у них и так далее. В общем, витамины вот эти вот, уже, слушайте, наверное, третий год я им заказываю. Очень советую. Единственное, что они пропадают, бывают в наличии. Еще есть такие же с кальцием, еще какие-то, по-моему, есть. Вот. Так что витаминчики для деток очень советую. Также я, помните, в прошлый раз показывала, что я заказала вот эту ромашку. Слушайте, мы ее выпили. Ее реально можно просто заварить и выпить. И она вкусная ромашка. Не сравнится вообще с нашей аптечной. Всем советую, очень, прямо от всей души, вот эту ромашку, девочки, весна,
простуды и так далее. В общем, очень-очень советую. Я теперь на постоянке ее заказываю. И, то есть у меня iHerb, я все время заказываю витамины, специи, и теперь еще у меня присоединилась ромашка. Но я решила не просто ромашку заказать, я еще решила вот такой попробовать чай. Здесь лимон и имбирь. Вот. Я вообще люблю это сочетание лимон и имбирь. Вот, и видите, здесь всякие разные еще есть вкусы. Вот, ну, я потом все перепробую, наверное. Вот, единственное, что, видите, коробочки немножко помялись, но это как бы ничего страшного, да. Вот, так что вот это тоже обязательно попробуем. Чаечек вообще подсела на всякие чаи, я уже говорила, да. И еще, также от этой же марки, почитала там отзывы, очень много хороших отзывов, решила заказать. Правда, маленькая баночка 100 грамм, есть еще у них больше банка. И вот эти вот упаковки я беру большие, есть маленькие, по-моему, по 25 пакетиков, здесь 50 пакетиков. Ну, хватает нам надолго, в принципе. Вот, вот такой еще чай, который нужно заваривать в чайнике. Вот, тоже писали много отзывов, там хороших, очень положительных. Вот такой вот чаек тоже обязательно попробуем. Коробочка еще такая прикольная, на подарки, кстати, можно. Вот, конечно же, специи, свои любимые, вот эти, больше всего я люблю, я их добавляю везде, и в первые, и во вторые блюда, вообще везде, к мясу очень вкусно, именно вот эти, вот с таким названием, в общем. И вообще вот от этой марки очень советую специи, большая упаковка, специи обалденные, все блюда просто не испортите вообще ничем, очень вкусные, и получается... не так дорого, как вот, например, другие те же специи, да, и они очень хорошие. И еще вот такие к курице, то есть решила все-таки разнообразить, это у меня будет к мясу, а это курица, вообще вот это везде я добавляю. В общем, вот такие еще специи взяла до кучи уже, потому что я делала заказ ради чая и витамин детям. И еще вот такую масочку, вот эти маски тоже очень советую, с тыквой не было в наличии. Если увидите вот эту марку с тыквой, обязательно берите. Она как-то гликолевая или как-то так называется. Она очень хорошо очищает кожу, очень хорошо. У кого жирная кожа, у кого проблемная кожа, очень хорошо. Поры так, ну, в общем, приводит кожу вообще в порядок. Поры, но у меня нет сильно много расширенных пор, но все же даже те, которые есть, немножко сужают. Ее не было в наличии, поэтому я взяла, мне еще нравится, фруктовая вот эта маска. Вообще все маски вот эти прикольные. Единственное, что у них еще есть сахарный пилинг. Он такой, такие жестковатые в нем частички. Его нужно между рук, а потом только на лицо. Иначе будет немножко, ну, травмировать кожу, я бы так сказала. А вот это, по-моему, с розой. Да, с розой это маска, которая что? Которая как увлажняющая идет. Тоже вот это очень хорошее. Вообще вот эти все маски, там вот три, то есть с тыквой, с розой и фруктовая маска. Они вообще обалденные. Там еще есть с какао, но с какао я не поняла, если честно. Ее очень сложно смыть. Вид у нее такой, как будто вы не какао, а кое-чем другим намазались. И как бы, ну такое, да. А вот эти вот очень хорошие масочки. Вот это хорошо увлажняет кожу, тоже напитывает, вообще тоже классно. Так что советую. Вообще здесь получается все то, что я беру постоянно, на постоянной основе, то, что я вам могу посоветовать. Витамины для себя. Рака там пошла. Витамины для себя и для детей от марки Solgar. Ромашку вот от этой марки, как она, ну, не буду коверкать язык, да. Ну, чай тоже очень хвалит, не знаю, попробую. Масочки для лица вот от этой марки и от этой марки специи. Вот, это все, что я вам рекомендую, что я постоянно там заказываю, мне очень нравится. Ссылки оставлю под видео. В общем, девочки, на сегодня я буду прощаться с вами. Ничего я на ужин сегодня не готовлю, потому что у меня... осталось, знаете, чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того. Надо все доесть и потом уже готовить, правильно? Вот. Джусенька моя ко мне пришла, да? Джусенька моя. Сладенькая. Вот, так что буду уже с вами прощаться. Все ссылочки, всю информацию оставлю вам внизу в инфобоксе. Вот, я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Я, кстати, сюда пришла, снова буду опять эту мозаику выкладывать. Доделывать ее надо, уже чуть-чуть осталось уже, знаете... Же надо, ударно как-нибудь. Ну, может быть, на, не знаю, на выходных-то нет, но, в общем,
В общем, надо сделать. Вот. Так что надеюсь, что вам видео это понравилось, было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч!